5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Грег. Это очень такая большая база, сделанная из соломенных стен и стен второго уровня, то есть дерева. Взрывать тут вроде бы как ничего не надо было. Ну, по крайней мере, мой прошлый поход. Я помню, я там ничего не взрывал. Вот сейчас думаю, зайти можно, в принципе, и отсюда. Я труди справа. Но, наверное, лучше будет отсюда. Готово. В общем, я зашел отсюда. В смысле, готово. Я же... Я сколько бомб вызвал? 2 или 3? Я не одупляю. Почему так вас много-то? Ёпарасте. В общем, зашел я отсюда, как вы видели. Мог зайти отсюда, потому что лут интереса находится в этой комнате. Но я бы хотел открыть еще и остальные ящики. И здесь у меня получается такая двойная защита. Типа вот здесь громила и другие монстры могут пройти зомби. И вот здесь тоже. Здесь я потом открою все две стеночки и заставлю их немного побегать. Пока что мы открываем вот этот ящик, который я сломал. Тут разрушитель, катана, мачете, труба. Не такой-то он и топовый лут, как казалось мне. И каменные блоки. Ну, такое себе. Я даже не знаю, мне есть смысл тут умирать или нет. Ох ты. Ну, эту комнату я напоследок оставлю. Тут громилу легко очень троллить. Прибежал, отбежал, все норм. А мне в любом случае надо будет умереть, потому что топоров у меня недостаточно. А тут нету кольев. Коли есть? А если найду? Да, тут нифига такого нету, я понял. В общем, пока решал, как умереть, открыл вот этот ящик. Он уже был открытый. И решил, что лучше забрать доски. Доски мне всегда пригодятся. Вот тут 160 уже можно, в принципе, забрать. Третья волна уже здесь. Ну, как бы ничего страшного. Можем одного зомби оставить и сделать так, чтобы он нас убил. Так, ну я вроде бы надбил некоторые ящики. Не все, потому что я не уверен, что я их уже не надбивал. А шума так у меня много, рисковать неохота особо. Забираем вторую партию досок. Наверное, бревно вот это дубовое я оставлю все-таки. Доску, блин, дубовую. Да и вот эту железную трубу мне особо не интересно ее забирать на базу. Что мы делаем сейчас? Этот ящик мы не трогаем. Нам надо телепортануть громилу. Значит, это мы оставляем напоследок. Получается, подходим периодически сюда. Ну, в принципе, да, открываем сначала вот эти ящики. Ну, бинты, например. И аптечки. Ой. Громила, давай-ка ты уйдешь отсюда. Вы знаете, громиле-то приходится долго тут бегать. Я до сих пор прибежал. Так, давайте смотреть. Этот ящик талон красный. Этот ящик семечки. Этот ящик нифига интересного. Надо еще вот эти бы надбить. Да, что за хрень? Тихо. Ага. Ну, можно, ты посмотришь просто. Не, ничего интересного нету. Громила, беги-ка ты обратно. Надо просто пройти сюда. А, ну, в принципе, можешь не бежать. Надо... Ёпарасте. Это там угля, конечно, кидала. Так, а что мы будем делать? Здесь у нас дерево. А куда он побежал? А, он туда. Не-не-не-не, стой. Вернись обратно. Вернись, я все прощу. Морковка, ну такое себе. Давайте вот это посмотрим. Мне неудобно его тут держать, громилу. Я хочу, чтобы он прибежал вот сюда ко мне. Беги сюда, мой хороший. И вот здесь уже буду открывать. Ну, ёпарасте, я даже этот ящик не убил. Эх, сорян, громила, тебе придется ждать подольше. Давай, беги сюда. Вот эти ящики я точно помню, что он отбивал. Можешь встать сюда. Вода. Окей, здесь что? Опа. А вот и топовый лутец. Топовый лутец. Громила же бьет, да? Бьет. Так, с этой я сказал, что оставлю. Это тоже миниган, МКТ. Это вот это я все забираю. Дальше. Так, еда. Не особо мне интересует еда. Кожа. Даже не знаю пока.
Есть смысл от этой кожи? Тихо-тихо-тихо. Если он телепортанется, я буду трупом. А, здесь фигня всякая. А здесь есть что-то интересное. Вот тоже уголь. Кстати, вот на самом деле уголь полезные ресурсы. Я бы, наверное, его бы взял. Я вот так сделаю, если Громила вдруг захочет телепортануться. А ну-ка, беги-ка сюда, Громила. Ты мне здесь нужен. Ну, блин, вот опасная эта фигня, что я сейчас замыслил тут. Не-не, стоп. У меня уголь там в крайнем ящике там. Громила, вернись сюда. Мне надо положить... А, стоп, а чего, не ломал, что ли? А, тут мясо. Тихо, эй. Я вот эти вот это положу, вот это положу и заберу себе по максимуму угля. Вот так вот. И просто свалю отсюда. Я даже ящики эти открывать не буду, потому что в этом нет никакого смысла. Я уже набрал всего, что мне было интересно. Ну и что было интересно на этой базе. Ладно, идем тогда смотреть, что нам удалось вынести без использования C4. Итак, вот что мы имеем с этой базы. Вот что мы получили, так говорится. Вот у нас 6 глоков, М-ка, дробовик, миниган, катана, мачете, разрушитель, красный талон. 420 дубов, сосновых досок и 120 угля. Очень даже неплохой лут. Мы использовали просто топоры. Ну, там 5 штук, наверное, железных ушло, остальные можно, в принципе, обычными. Ну, на этом все. Надеюсь, ролик вам понравился. Его оцените лайком. Пока-пока. До скорых встреч.